не было. А мы приехали в аквапарк. Газпром Галактика, торговый центр Галактика. Вот так вот он оформлен в космическом стиле. Планета, да? Угу. Сейчас я покажу, там еще есть еда для космонавтов. Посмотрим, сколько она стоит. Хотя я здесь уже один раз с Машей была. И, по-моему, я уже фотографии делала, снимала. Вот. Смотрите, новинка еще зеленая. Цена за единицу 300 рублей. Супы, рассольники. А, тут все съели, полупустой. Автомат. Все сожрали. И вон шарик. Вот Ледовая арена. Смотрите, кафе, рестораны. Здесь боулинг. Аптека. Ледовая арена, это, по-моему, каток, да? Вон там даже реклама, приходи на каток. Аквапарк. И вон тот шарик, сейчас вам покажу, красивый, который меняет свои цвета. Вот это красный, это, наверное, Марс, да? Наверное. Вон ракета какая. Вон же у нас красная планета. Ракета. Лифт вот такой здесь прозрачный, красивый. Мы вообще направляемся в аквапарк. Не знаю, удастся ли там поснимать. Ну вот, пока здесь снимаем. Ой, там космонавт какой-то стоит. Аквапарка. 190 человек сейчас. Всего 580. Не так уж и много. Меньше половины. Ну что, куда встанем? Когда перелезнет следующая страница? Ты не стоишь. Очень взрослый стоит 1200. На 3 часа мы берем тариф. А детский 900 рублей. Хамам и сауна, смотри. Угу. Бассейн, 4 водные горки. Бассейн под открытым небом, 4 горки для роста от 140. 4? А, детский городок там, Африка. Угу. Вот такая информация здесь о бассейнах. Здесь много разных тарифов, но у них на сайте вся информация там есть. Видите, здесь разные скидки, и социальные, и день рождения. Вот, мы берем обычный трехчасовой тариф. 1200 взрослый и 900 рублей ребенок до 140 сантиметров роста. Сходила я, короче, за телефоном. Хотелось мне поснимать. Это я нахожусь в раздевалке. В раздевалке, из туалета. Душевые. Ой, детская комната, я туда зашла. Сейчас я выйду сам. Аквапарк. Блин, я заблудилась. Короче, здесь все одинаковое. А вот все сюда. Это женская половина здесь. Вот я выхожу в сам аквапарк. Здесь так шумно, я, наверное, не буду ничего рассказывать. Посмотрим, если не понравится. Просто поснимаю. Несколько горок. Бассейны с разной температурой здесь воды. Гор
Подарки для детей от 140 сантиметров, для детей до 140. Горки по техническим причинам не работают. Поэтому нам с детьми приходится просто в бассейне дрызгаться. Я сейчас выхожу в бассейн на улицу. Смотрите, какая здесь красота. Прям в горах. Открытый бассейн. Он работает и зимой. Где у нас Маша с папой? А вон они там плавают. Бассейн вот этот с течением. Ты в него заходишь, тебя немножечко сносит. Сейчас я еще покажу вон ту красоту. Горы. Виды потрясающие здесь, конечно. Ты в бассейне плаваешь. Здесь можно не плыть, здесь течение само тебя несет, уже горячее, кстати. Градусов 28 точно. Маша развлекается. Вот это вот на выходе из галактики. Зеленая планета, такой скверик небольшой. Вон там впереди динозавр зеленый. Здесь вот, наверное, бегемот. Там три медведя походило, я сейчас вам покажу. А, бегемот, крокодил. Вон три медведя там на сучках сидят. Вон там еще фигуры. Сейчас пройду, покажу. Грибочки, слоники. Улиточки, ну очень много здесь всяких животных, такая детская зона. И вот еще кафешка, и вот такое красивое, смотрите, пианино, рояль, наверное, это. И вот, кстати, открытый бассейн, который я снимала изнутри, да, вот он снаружи так выглядит. Вот так выглядит территория, вот фуникулеры. Вот так выглядит сама галактика, здание. Смотрите, какое озеленение в виде трех слонов с землей. Там есть парковая зона. Там какой-то комплекс «Зеленая планета», ну там типа скверика просто. Кстати говоря, здесь стоит платный паркинг 100 рублей в час, поэтому имейте в виду, здесь бесплатно паркинг. 100 рублей в час, да, паркинг. Вот мы заехали, у нас, наверное, это 60 как раз прошло. Расположим. Сейчас идем за машиной. Ну вот так вот можно провести выходные в поляне.